Здравствуйте, дорогие зрители! У меня сегодня огородные работы, вернее, работа с рассадой. Какую-то рассаду пересаживаю, какую-то пикирую. Допустим, вот эти вот сорт томата «Дачник». Это ранний низкорослый сорт. Я его посеяла с самого начала в улитку. Некоторые семена очень удачно взошли. Это вот у меня в самом конце я досадила, досеяла банан желтый. Чуть попозже его взяла. И именно вот прям на этой улитке с краешку подсеяла. Он у меня еще будет долгое время находиться в самой самокрутке в этой. Дожидаться, когда дойдет от него очередь. А это тот самый дачник, который я в одном из роликов сеяла. Очень хорошие корешки. Семидольки. Вот. И я 10 штучек пересажу в стаканчики. А если какой-то несколько штук останется, то я их просто в этой же самокрутке присыплю землей. И пусть они как запасные растут в улитке. А потом решу, нужно ли их будет до высадки в грунт пересаживать в стаканчики. Или они благополучно доживут до высадки в грунт именно в улитке. Такой небольшой эксперимент проведу. Стаканчики я пересаживаю обычным способом. Беру стаканчик с дренажными отверстиями, проливаю хорошо. В данном случае беру теплую воду. Беру рассаду, которая мне больше всего понравилась. Такой длинный корешок. Его можно прищипнуть, как положено при пикировке. И заглубляю этот корешок в стаканчик. Стараюсь посадить так, чтобы над поверхностью земли остались только семидольные листочки. Вот. Так вот очень просто пересаживать рассаду из улиток. Почему я не заполнила стаканчик полностью? Во-первых, рассада еще маленькая, ей не требуется большого объема. Во-вторых, пока еще на улице не так ярко солнышко светит и световой день короткий, поэтому я подозреваю, что рассада моя все равно вытянется, несмотря на дополнительное освещение. И я буду подсыпать в любом случае до высоты стакана землю по мере роста рассады. Тем самым рассада будет и подрастать, и наращивать корешки. А пока она будет наращивать корешки, она не будет так сильно расти. Все. Пересадила я из улитки рассаду в стаканчики. Остается ее поставить под лампу и дать ей возможность подрасти. Вот всего один стаканчик, а у меня здесь 7 проросших зернышек. Для предотвращения черной ножки на рассаде можно присыпать поверхность земли в контейнерах, допустим, кокосовым субстратом или обычный активированный уголь из аптеки. Он продается как в таблетках, так и в порошках. Можно таблетки измельчить и посыпать этим порошком поверх грунта. Излишки влаги будут впитываться активированным углем, то есть будет предотвращать переувлажнение почвы. Благодаря этому растения не заразятся, не заболеют черной ножкой.